Плюс. Ты меня, конечно, не видишь почти, но. Много тебе нельзя. Да, это не полезно. Но чуть-чуть. Один раз в жизни, скажи, можно. Да. Зефирчика покушать. Люська скучает, да, скажи. Папы вода нет. Чай с директором тоже не попьешь. Да, Люсечка. Скажи, мамы нет почти. Да? Моя красота. Моя надо. Надо человека льва. Да. Вернуть к его животным, да, да. Потом будем все как обычно, будем вместе время проводить. Все у нас будет хорошо, да, да. А пока что, ты видишь, все люди помогают, да. Все пишут, все петиции подписывают, да. Все посты выставляют, чтобы вернули вам папу льва. Да? Ну, а я зяйка. Скажи, как-то резко всех не стало, да? А, тебя купать надо где-то. Да? Да, надо, надо. Да. Моя красавица, да. Моя золотая бибизянка. Я понимаю, что ты есть не будешь, да? Ты будешь свинячить. Давай назовем это своими именами. Вот на твоем примере покажем, что, скажи, есть то, что не полезно. Животные не будут, да? Посвинячить и выкинуть – это другое дело. Чего не могу сказать, Люсечка, о чем? О помидорках черри. Вон твой любимый. О, вот это да! От сразу оживление. Давай. Давай. Оп, на. Потому что ты сейчас... Ой, все порвешь, да. Мы ей покупаем ящиками помидоры черри. Вот такая, друзья, реакция, да, только что был. Сладкий, неполезный ужин, да? Зефирка такая, скажи. А тут вот это да! Вот это зашло! Моя ты рыба золотая, да. Скажи, мама, какой зефир, какие сладости! Это к тому, что кто-то там пишет, там то дают, это не полезно. Животное никогда не съест то, что ему не полезно или невкусно. Да? А тут, скажи, все полезно, что вывод полезло. Не подходит такой девиз нам, да? Скажи, вот помидорки, черри, это то, что надо. Да. Ну, не свинячь, бери ручкой, бери. Давай. Ой, смокота. О, ты ж смокота какая. Люсь. Моя бибизяна родная, да. Вот это то, что доктор написал. Вот это зашло. Не, ну ты могла бы как-то, ты знаешь, дорогая моя, как-то все-таки поесть больше, более эффективно. Это что-то я тебе... Ну, папы нет, побаловать тебя некому, человека льва нет, да. Ешь уже с ветки. Пойдем завтра
если никуда не поедем, да, ни к адвокатам, никуда, ни в СИЗО. Сегодня передачу передали. На свидание Оксана Олеговна сходила. Поговорили, сразу стало легче. Увидели, что с директором все нормально. Да, Люся? Кстати, тебя надо было взять. Ты там кипиш ему устроила. А мы тебя следующий раз возьмем. И пусть все знают, что в СИЗО начали ходить с животными. Да? Что животные скучают. Скажи, пусть нам папу льва покажут. Да? Люсь? Да? Скажи, пусть покажут папу льва. Скажи, почему? Ему не в парке. Чем он таким, скажи, провинился, что ему не доверили? Он что, когда-то сбегал куда-то? Что поставили под угрозу жизни тысяч животных? Он никогда не давал повода, что он может сбежать или еще что-то. Чтобы не оставить о подписке о невыезде или даже уже там, не знаю, браслет. Если уж так сильно хотелось. Для чего, скажи, до апелляции кинули в СИЗО? Для того, чтобы отомстить? Для того, чтобы насладиться? Да, Люся? Так скажи, подавиться. Человек-лев, на то он и человек-лев, что он сильный. Да. Вот ты моя красота неземная. Кому, скажи, сделали хуже? Тысячам животных, которых лишили любимого хозяина. Да, да, моя сладкая. Я не знаю. Вот уж дорвалась, а. Вот уж. Полетит у нас ночью несколько памперсов. Эй, скажи, пусть летят. Зато такая радость в доме, да? И людям, скажи, сколько ты даришь радости людям. Так приятно читать, друзья, все комментарии, видеть. Сейчас же очень много каналов, которые ставят свои ролики на YouTube, выкладывают, где они говорят об Олеге Зубкове, о несправедливом наказании. И я рада, что многие говорят, вот там попалась Люся, подсели на Люсю на канал. А потом увидели, что есть еще несколько каналов в Тайгане. И они гораздо больше, чем Люся. Что Люся, это скажи, далеко не все в Тайгане, да, скажи, это звезда, но... В парке в тысячу раз больше звезд, чем одна Люся. Завтра мы сходим к Дане. Заходите, друзья, у нас под каждым роликом есть описание всех наших каналов. Да, да, да. Ой, красота неземная. Можно просто сидеть и смотреть, как она ест. Моя ты прелесть. Я не знаю, как ее можно не любить? Как ее можно не смотреть? Вот, казалось бы, ничего не делает. Какие-то там обезьянки и через голову прыгают, и в штанах ходят, и там в домике там всякие играют. Но сейчас очень много про обезьян
на Ютубе видео. Все забавные, все хорошие. Ну, наверное, потому что Люська наша. Мне кажется, что интереснее ее никого больше нет. А уж про красоту и вообще и речь не идет. Люся и любимые помидоры. Да, самая красивая обезьяна в мире. Это наша Люська. Пойду Сеню принесу.